Добыча ископаемых со школьной скамьи. В рамках ежегодной выставки форума «Образование и карьера» сотрудники «Пауралкали» рассказали школьникам и студентам о калийном производстве, а также познакомились с востребованными в компании профессиями. Для выпускников школ у нас работает программа целевого набора. Это набор с гарантированным последующим трудоустройством в нашу компанию, на наше предприятие. Для лучших студентов ПНИПУ и Березняковского филиала мы поощряем этих студентов лучших стипендиями именными. Привлекаем виртуальной реальностью, экскурсиями виртуальными в шахту будущих потенциальных наших соискателей. Также сотрудники «Уралкалия» помогли школьникам, посетившим стенд предприятия, определиться со специальностью, профильным учебным заведением, с которыми компания совместно проводит дни открытых дверей, студентам, которые уже готовы примерить профессию на себя, как попасть на практику. Оказалось, что некоторые из них решили пройти ее повторно. В том году, да, я была на выставке, посмотрела, и мне стало интересно. На предприятии занималась съемками, ну, так как моя профессия геодезист. Мне выделили руководителя, и я была закреплена за ним, и он мне помогал проходить практику. У школьников и студентов еще есть возможность пообщаться с представителями крупнейшего в мире производителя калийных удобрений. Выставка-форум будет работать на Пермской ярмарке до 20 января. Отметим, ее участниками являются не только предприятия Пермского края, но и ведущие вузы Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов. Ну и добавим, на одной из сессий значимость подобного формата мероприятия для предприятий, а также студентов и школьников подчеркнул губернатор Прикамья Максим Решетников.